Ассаламу алейкум всем, кто по воле случая попал на этот эфир. Эфир очень необычный. До этого точно у меня такого эфира не было, может, даже ни у кого не было. Мы на мероприятии, которое называется «Танковый прорыв», находится это мероприятие в Минеральных водах. Участвуют такие вот машины. О, кстати, это переделанная Нива. УАЗик не переделанный. Тоже Нива. Наших машин много. Но в основном вот такие вот монстры. Nissan Patrol. Хотя казалось бы, да, что от Nissan Patrol здесь осталось. Вот, люди готовятся. Приезжай, это будет мероприятие, 2-3 дня еще идти, еще много-много времени. Вот УАЗик Orange, Кибальченко S, Полируш P, ОМОНовцы. Еще одна Нива, Нива как Нива, только колеса. Наверняка там не нужно быть прорицательным, чтобы понять, что там все переделано внутри. Я имею в виду трансмиссию. Наверняка другой двигатель, другая коробка. Они только внешне, я не знаю, железку просто в этот кузов взяли, чтобы грязи поменьше в кабину приходило. А так внутри все разное, все другое. Вот, как мой сын любит говорить, Monster Truck, УАЗик. Переделанная ходовая, высокий кузов, амортизаторы, все переделанное, короче. Клинерс, если увидите, тут, я не знаю, мой сын как раз таки может пешком пройти и не задеть даже головой пороги этой машины. Хищник. Ассаламу алейкум. Удачи. Хищник со Ставрополя? Не-не-не. Местный хищник. Так, просто регион 26. В принципе, здесь-то край Ставропольский, все 26 регион. Хищник, кстати, я так не разобрался, что за машина. Там, по-моему, вообще ее сами сделали. По-моему, даже не из металла. Да, металл все-таки. Ну, сваренный металл, не такой. А изначально что это было? Трубы. То есть на базе какой машины? Никакой машины не собирался? Самодел полный. Молодцы. О, самодел. Круто. Ну, это Нива. Невооруженным глазом. Ну, по крайней мере, кабина от Нивы. Что внутри... Еще одна Нива. Нива, такая обычная Нива, на такой у нас в Дагестане картошку на базар возят. Но внутри она совсем другая. Вроде Сузуки. Может, не Сузуки. Ну, по крайней мере, был когда-то Сузуки, а сейчас уже не знаю что. Очаровательная девочка за рулем. На боевой может быть, может. Вам доброго дня. Сами будете ездить? Нет, конечно. Ой, я-то обрадовался. Удачи. Да. Ну, в любом случае. Приятно посидеть за рулем такой машины. Еще одна родная наша Нива. Вообще буду болеть за наших машин. Приукрашивают. Аббат Херхой. Реал Мадрид Дербент. Еще одна Сузуки. Тара. Так, это еще одно непонятное чудо-юдо.
Ассаламу алейкум. Ребят, удачи вам. А изначально что за машина была? Изначально вот такая была машина. То есть взяли трубы, да, сварили корпус, да, 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 и поставили на, да, двигатель. От чего двигатель? Я не знаю, что это? А что за рабка? Еще один самодел. О, все-таки что-то наше родное есть. Круто. Что скажешь? Ханум, привет. Ой, девочки подошли. Вот УАЗик. Вот УАЗик целиком. И сверху, и внутри. Колеса только не нашинские. Вот и Патриот наш. Это еще один не нашинский автомобиль. Он тоже с джип, по-моему. Паджеро? Да, Паджеро, точно узнаю. Вид сбоку точно Паджеро. Переделанный под что-то. А ханом, это минводы, минеральные воды, Старопольский край, танковый прорыв. И целый ряд, целых 4 Невы здесь. Одну машину завели уже здесь. Джип. Вот, судя по номерам, гости из Грузии. Так, ханум, объясняю. Это мероприятие называется «Танковый прорыв». Это раллийные гонки на внедорожных автомобилях. Вот таких вот переделанных. Чуть позже вы увидите. Вон там, видите, лужи. Грязь, вот эти столбики, это дорога как бы, вот по которой должны вот эти машины ехать. Очень интересное зрелище. Все в полной мере вы увидите и на нашем канале. Ну, не целиком, конечно, будете смотреть, скорее всего, небольшие видеоролики под хорошую музыку. И будем смотреть, что они из себя представляют. Кстати, эту машину я тоже не узнал. Скорее всего, тоже самодел. Самодел, да. Мосты наши. Скорее всего, и мотор наш, двигатель. А корпус, вот, сваренный из труб и металла. Покрашенный в ярко-зеленый цвет. Лебедка. Лебедка здесь на полигоне не понадобится, но... Этап, который будет проходить по пересеченной местности, там без лебедки вообще никуда. Эту машину я поподробнее посмотрю, потому что очень интересная система охлаждения. Вообще все самодельное на этой машине. По-моему, вот еще одна. Салам алейкум. Удачи вам. Спасибо. Что за машина изначально или тоже самодел? Самодел. На базе чего? Ничего. А двигатель? Двигатель Toyota. Toyota какой? Объем? 3,5. Камри? Ну ясно. Че? Кстати, похвально. Нужно с Георгиевска. Я, честно говоря, не спрашивал. 26-х регионов очень много здесь. Вот тоже 26-й регион, кстати. Может, даже из Георгиевска. Чуть позже, через час где-то будет представление команд, машин, тогда узнаете, кто откуда приехал. Вот, еще одна Toyota. Toyota, хорошенькая Toyota тоже. Здесь просто проблема в том, что если модели и переделанные, то они переделываются из старых образцов автомобилей до 90-х годов, конца 80-х, поэтому тяжело их вспомнить. Ну, вроде похож на Suzuki Vitara, может даже похож на джип, двухдверку. В любом случае, от начального вида мало что остается. Вот Нева, как Нева, единственное, могу отметить покраску. Как называется эта покраска? Шуба называется она. Вот, да, точно, Нева в шубе.
Аракелян, штурман. И Тиванян Артур, тоже товарищ из Армении. Это ребята, это мои коллеги. Коллеги в том смысле, что группа представляет телевидение грузинское. Так, Горец 05, вот же он, наш товарищ 05, вот он, нашел я его наконец-то. Рядом со мной, кажется, был, я даже не видел его. Тоже самодел, тоже непонятно, из чего он сделал. Салам алейкум. Ваша машина? А кто хозяин, не знает? Ушел. Ну, найдем мы его обязательно. Увидим. Ну, это точно Сузука. Сузука. Ранглер. Почти не переделанный, потому что он изначально очень спортивно, очень недорожно выглядит. Марка Джип. Джипы они изначально делались для езды там по пересеченной местности. Поэтому их очень мало в чем переделывают, даже оставляют и двигатель тот же, усиливают ходовую только. И получается вот такая вот вещь. Кстати, вчера ехал по трассе, и передо мной ехал УАЗик обычно наш, вот с такой штучкой. Машина, вот она, кстати, на всех машинах есть. Так вот, еще один переделыш. Судя по поворотникам, это Нева. И все, в принципе, что от Невы в нем осталось. 15 регион. Все вроде бы. Прошли по всем участникам. Есть здесь еще две машины, которые, наверное, не участвуют в гонках, потому что, думаю, если с этой машиной кому-то получится посоревноваться, то вот с этой точно будет не конкуренция, это БТР обычный. А тем временем к нам еще подъезжают участники. Ну, эти люди наверняка не участвуют. Вот этот УАЗик, он участник, приехал только к нам. Все, на этом я временно оставлю вас, потому что сейчас будет, наверное, час трансляции. Кто скажет, сколько я уже в трансляции? Алейкум ассалам. Да, сам тоже болею за Горца. Еще раз напомню тем, кто только что присоединился к нам, что это мероприятие называется «Танковый прорыв». Оно ежегодное и проходит в Кавказских минеральных водах. Вот это внедорожные гонки на полигоне по пересеченной местности на автомобилях внедорожных, переделанных, сделанных с нуля. Опа, вот он, смотрите, какой-то ужас. Действительно, я наугад сказал, что это ужас. А вот смотрите, как он называется, 09 регион, вместо номеров написано «Ужас». Новый участник, еще один подкатил к нам. Та же система охлаждения, радиатор вынесен так высоко, потому что в передней части просто нету для него места, там у них усиленная рама, бампер полностью состоящий из металла. Поэтому у них вот радиатор повыше от воды. Потому что эти машины чуть позже увидите. Я смотрел видеоролики прошлых лет. Они там, я не знаю, по самые окна бывают в грязи. И сами участники бывают по самое горло в грязи. Но выбираются. Я, по крайней мере, не видел. Может, операторы скрыли от нас это. Но я не видел, чтобы машина застряла и не смогла выйти из какой-то грязи. Помогает лебедки. Если лебедка не помогает, то тот самый донкрат, который я вам показывал, этот красный, огромный, метровый,
Оба, кто-то похвастался своим выхлопом. Да, действительно, то, что я вам говорил, вот эти джипы, они практически без переделки. Вот единственное, большие колеса. И вот они такие вот ужасающий вид принимают. Вот еще коллеги, фотографы, операторы, местное телевидение, походу, судя по прическе, такие люди только в сфере телевидения бывают. Пришли. Здравствуйте. Нет, наоборот. Так, а это наша сцена. Кстати, ожидается, что к нам через час приедет губернатор Ставропольского края. Это уже говорит о размахе этого мероприятия. Еще говоря об этом мероприятии, скажу, что он является отборочным к международным внедорожным гонкам. То есть победитель вот этого сегодняшнего нашего конкурса, он будет представлять Россию на международных соревнованиях. Поэтому ответственность очень велика, поэтому и участников так много, и приехали они там со всех регионов Северного Кавказа. Так, здесь пропустила я одну машину, но она, по-моему, не участник. А хотя нет, судя по решетке на задних стеклах, я вот посмотрел на эти стекла, подумал, что она не участник, потому что... А нет, может, вполне может даже и участвовать. Вот еще один товарищ местный. Представляет специально команду Genesis. Вот тот, кто точно не участвует. Mercedes, они вне конкуренции, естественно. Артем Цемиханов, ва-алейкум ассалам, это в Кавказских минеральных водах. Недалеко от Кавказских минеральных вод. Вот, собственно, на въезде. Прямо вот трасса. Вот Кавказские минеральные воды. Минеральные воды. Вон те самые знаменитые горы, Пятигорск, находится тоже здесь рядом. Вот эти пять гор, горных вершин, благодаря которым эта местность получила такое название Пятигорск. Вот. Что, ну все вроде бы. Всем все рассказал, будем ждать губернатора. Опа, вот еще одна участница. Вот уже не ожидал, что это будет девочка. Оксана отвечает за музыку на этом мероприятии. Все, всех посчитали, всех записали. Будем ждать официальной части, будем ждать приезда высоких гостей и официального представления всех участников сегодняшнего нашего мероприятия. Так, далеко не уходите, ждите включений очень-очень скоро. Сегодня гонки не будет. Сегодня будет официальная часть, сегодня будет представление команд, сегодня официальное открытие этого торжества, которое... Мероприятие, которое будет проходить несколько дней, заявлено 6, 7, 8. Я своим метким глазом здесь увидел, вот, знаете что. Доброго дня. Доброго. Вы надолго сюда приехали? Издалека? Мы местные, мы глубокие. А как же вы так умудрились печки привезти, там, подготовить? И много у вас здесь народу? Организаторов 60 человек. Да, вы что говорите. Круто. Кормим 2 раза в день. Все, ждем с нетерпением. Вот, оказывается, они всех кормят. Я думал, они между собой здесь сделали. Поставили себе мангальчик, плов с краю и что-то делают. Оказывается, нет, ничего подобного. Будут кормить нас тоже, так как мы... Телеканал «Эксклюзив», официальные партнеры этого проекта. Я даже не знаю, очень долгая история, как так получилось.
Но, тем не менее, так получилось, и это очень хорошо. Все, ну теперь точно все устали. А нет, кто-то присоединился. Давай так, когда численность людей в онлайне будет меньше 5 человек, я остановлю трансляцию, и мы продолжим попозже. Ну все, сразу. А нет, не успел. Так, все с вот аппаратами. Я не знаю, насколько это официальные СМИ, неофициальные. Ну, люди все с фотоаппаратами. Вот, видите, какие мужики здесь. РДСК 88. Да, мы разделяем вашу радость. Вот, еще один чувак с фотоаппаратом. Так, спрашивайте, что еще вам здесь интересно. Так, я, давайте попробуем найти этого человека с 05 регионом, за которого мы сегодня, естественно, будем болеть. Ну, болеть мы будем завтра. Но сегодня хотелось бы с ним познакомиться. Так, еще одна очень прикольная надпись появилась у наших горцев. Сверху появилась надпись «Ночь дураков 2017». Вот он, 05 регион пользуется спросом, видим, везде. Что за ночь дураков? О, джиперы из Сочи. А, знаешь, это постоянные участники. Кстати, в прошлом году это мероприятие проходило здесь же, и на нем победили именно участники из Дагестана. Может, даже это тот самый горец, который в прошлом году стал чемпионом. Ума, это в Кавказских минеральных водах. Минводы. Вообще отличный день, солнце. Куча необычной техники, куча необычных людей. Фотографов, операторов, МЧСников. Кого здесь? Круто все. Все хорошо, кроме того, что вот не определяется, не появляется человек, который сядет за руль вот этого чуда техники под названием «Горец ночь дураков» или просто «Горец». А, ну все. Все, все. Стало 4, 3, 2. Всем всего хорошего.